Уважаемые друзья, сегодня проходит прекрасное мероприятие «Дни татарской культуры в Москве». И, конечно же, я хотел бы поблагодарить своих слушателей, уважаемых слушателей, за то, что мы вместе, за то, что Бетберга и сегодня вручили такую награду «Заслуженный артист Республики Татарстан». Я хотел бы сказать, что это наша совместная награда, победа. Спасибо за то, что мы вместе. Рахмат Бергамулана. Я вас очень крепко обнимаю, люблю. Дальше будем творить, творить и еще раз творить. Вас ждут много интересных песен, красивых, добрых. Целую. Артисту, вокалисту музыкального лейбла Элвин Грей Юльяншину Радику Мухарляновичу.